Еще одно ЧП утром. В Соловьевскую больницу с множественными травмами кисти была доставлена 47-летняя сотрудница моторного завода. По предварительной информации, руку женщины затянула в работающий вертикальный сверлильный станок. Потерпевшая находится в реанимации. Сейчас по факту нарушения требований охраны труда проверку проводят в областном следственном комитете. Выполняются необходимые проверочные мероприятия. Следователям произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, затребована необходимая документация. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.